И снова вы на волнах программы «Мелодии нашей памяти». И сегодня я хочу вас познакомить с молдавской группой, причем поп-группой, существовавшей в 1999-2005 годах, с названием «Озоне» или «Озон». Композиции, которые в середине 2000-х годов имели невероятную популярность на танцполах и в радиоэфире стран экс-СССР и Восточной Европы. Группа была основана в 1999 году бывшими участниками молдавской рок-группы Даном Баланом и Петру Желюховским в городе Кишиневе, Молдове. Название группы объясняет ее лидер и основатель Дан Балан. Озон, как воздух, после дождя, чистый и свежий. И к тому же, кто не знает, в мобильной сети зона 0 – это Молдова. В этом же году группа выпускает дебютный альбом под названием «Но где же ты?», состоящий из 11 композиций. С этого момента группа становится очень популярной на родине. Однако такой состав группы держался недолго. Когда стал вопрос о том, что надо заниматься музыкой профессионально, Петру ушел из группы, объяснив это тем, что для него музыка всего лишь хобби. Весной 2001 года был объявлен кастинг на место в группе, которой прошли два человека, Рада Сырбу и Арсения Тудираш. Втроем они сформировали новый окончательный состав «Озона». В августе 2002 года группа уже в новом составе выпускает второй альбом, номер один, принесший группе колоссальную популярность в Румынии, известность за рубежом, как сингл «О тебе», держался на вершине румынского чарта в течение 3 недель. Но еще большую популярность коллектив завоевал после выхода песни «Липовая любовь», принесшей им всемирную славу. Строчка «Нума, нума, эй» из песни стала известна любителям музыки во всем мире. Композиция долгое время держалась в первых строчках мировых хит-парадов. Третий и последний альбом группы «Диск Озоне», вышедший в 2003 году в Румынии, в расширенном варианте, а в 2004 году во всем мире, был признан одним из самых продаваемых дисков в 2005 году. В 2005 году контракт между солистами группы был расторгнут, и группа была распущена. В 2017 году, спустя 12 лет, группа временно возродилась и дала два концерта в Бухаресте и Кишиневе. В 2020 году трио воссоединилось, чтобы выступить на концерте «Реверион» 2020 диска перед 90-тысячной аудиторией. Мероприятие посвящено Дню Европы в Бухаресте. Дан Балан, Арсениум и Раду Сырбу исполнили свои старые хиты, среди которых были «Драгоце Динтей», «Липовая любовь» и многие другие. О нашей программе «Мелодии нашей памяти» я хочу вспомнить две песни, популярные в исполнении группы «Озон». И, конечно же, они были очень и очень популярны в 2005 году. А я на этом, Владимир Брюханов, с вами прощаюсь и говорю до следующей встречи в эфире на волнах программы «Мелодии нашей памяти». Ești un înger pe pământ, respectiv de cânt. Și eu zic.
cu mine-n vis, am să te învăț să râzi și-am să-ți cânt până-n zor cântecelul meu de dor. Nu răspunzi la SMS, eu-ți scriu atât de des. Poate m-am purtat urât, dar să știi că te-am iubit. În ochii tăi, la 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 lei, prinde lumea după ei, la 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 lei. Ești un înger pe pământ, despre tine cânt și zi și noapte, la lei. Mă înnec în ochii tăi, la 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 lei, prinde lumea după ei, la 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 lei. Ești un înger pe pământ, despre tine cânt și zi și noapte. Să pleci, dar nu mă duc.